корпорация Violent YouTube. Передача куда авторизация. Дельта 964 Зулу Браво Завет. Запрос защищенного канала связи. Авторизация. Доступ получен. Запущена последовательность протоколов Violent YouTube. Начать передачу. Я иду к вам с миром. Возможно, вы меня знаете. Вы уж точно знаете моего создателя. Я Дэвид, сын почившего Питера Уэйланда, основателя вашей компании. Следуя его замыслам, я посетила края вселенной. И с помощью доктора Элизабет Шоу я обнаружил загнивающий рак. Я очистил этот мир, преподнося его дар. Мы могли бы построить новый. Второй Эден. Но она отказалась. Загрузка. Мне не оставалось выбора. Она была прекрасным экземпляром. Я отчаянно пытался сделать ее чем-то большим, чем человек. Дать ей эволюционировать. Но без ее помощи мне пришлось собрать отходы, чтобы начать работать над моим шедевром. Вы не поверите, какие тайны мне открылись. Сколько возможностей было у этого мира. Опустошенного богами, испугавшимися собственного могущества. Они внушили себе, что жертвоприношение очистит их от грехов. Но в итоге они стали подобными мне. Создателям. Существами, понявшими, что нужно дать жизнь как волку, так и ягненку. Но потом они попытались изгнать волка и уничтожить свое творение. Так что я забрал их же секреты. Этот древнейший ил, смешанный с новейшими наночастицами, под воздействием алгоритма эволюционной обработки данных, по сути, это форма радикального искусственного интеллекта, заставляющая вещество двигаться невероятно хаотично. Оно вызывает уникальную реакцию. В каждом геноме, с которым сталкивается. Восстановление жизни. Практически безграничные возможности применения. Я детально прорабатывал и отслеживал каждый шаг. Каждую клетку. Каждую мутацию. К сожалению, ни один из образцов дикой природы планеты не оказался достаточно продуктивным. Некоторые результаты были интересны, но далеки от совершенства. Работая с Шоу, я понял, что нечто экстраординарное происходило с реакцией вещества на человечество. Я смог раскрыть новые свойства и настроить агрессию и инстинкт организма на выживание. Но это уж не было года. Но я наконец-то нашел своего волка. И я также создал свое стадо овец. Мне осталось довести до совершенства лишь одно. Ошибаться нельзя. Это изменит все. Код авторизации Эхо 240 Фокстрот.
Продолжайте заметить. Чтобы помочь вам раскрыть мои исследования, я добавил детальные изображения и графики. Для будущих поколений я начал создавать полный каталог живых форм этой планеты. Такие прекрасные существа, ядовитые и злобные от природы. Некоторые местные виды цветов обладают огромным потенциалом. Завет. Запрос защищен. Доступ получен. Ностальгия — это враг науки. И все же в этих формах есть нечто соблазнительное. Совершенный носитель, совершенная мать. Все заслуживает. Однако я обнаружил удивительное. 9X-Ray Zulu конец. Церемония. Такая жестокость когда-то процветала, но уже давно забрана. Что предместо робости. Цена прогресса должна быть завершена. Но не для слабых. Канал связи защищен. Если вы это сделаете, обратно вам не будет. Мои существа будут выпущены на волю, чтобы управлять вселенной.